Всем добрый день. У нас начинается летний сезон, и актуальный вопрос – это борьба с сорняками. Соответственно, есть вот четыре основных инструмента для борьбы с сорняками. Первый называется штопор. Чуть позже покажу, где он применяется. Два инструмента, так называемые Daisy серии, такого формата рычага, для удаления сорняков с длинным корнем, например, очень хорошо подходит для одуванчиков. Еще один инструмент Daisy серии, более острый угол для захвата, он подходит для удаления растений с развитой корневой системой. То есть одуванчиком будет неудобно удалять, потому что он будет его корень срезать просто-напросто. А если, например, это какой-нибудь подорожник, то его прям легко захватить и удалить. И четвертый инструмент. Это вилка для удаления сорняков. Как широким корнем, так и с развитой корневой системой. То есть, естественно, полностью сорняк он не удалит. Мы запускаем его под землю, удаляем, разрезаем корень, после чего с легкостью достаем. То есть, как помощник, просто незаменимый. И сейчас давайте посмотрим, как же все эти инструменты работают на практике. Штопор для одуванчиков. Опа-на, целиком. Ну-ка, по этой самой, об землю поколоти всю эту штуку. А, он так и выкручивается обратно. Целенький. О! Вот, смотри, большой дуван. Вот так вот. Легко и непринужденно. Ну, легко. Корни у него не глубокие. Но он еще не вырос, еще маленький. Подрастет. Mm-hmm.